Сейчас, подожди пока. Пока не ловить КД? Не. Скажите. 1-3. Сим? Да. Да, да. Повисли. Вот клёво. Да ну нахуй, бля, не-не-не, а нахуй. И рот ебал. Найс, блядь. Сделай скриншот. Самое интересное... Фу, не пиши нахуй. Будет... Я сделаю скриншот тоже. Вы типа босса вернут, да? Или чё вы? Не, нихуя, они его могут откатить. Вообще у нас босса не будет на этой неделе. Ёбаный рот, блядь. А чё, Витя, вы это снимаете же? Да, да. Я скрин сделал на 40 минут. Был бы я в рейде, было бы видео. Да есть видео. Это хорошо, когда видео есть, а то иногда они просят на форуме. Они всегда просят. Бывает и по скринам возвращают, там что-то лут. Насчет боссов не знаю. Слушайте, пацаны, такой вопрос. Вот на ШП 4 куска, у меня Т7 есть. И, короче, голова 200-я была. И выбил голову 213-ю. Какую мне взять, на крит или на хосту, на ШПшника? На хосту, конечно. Ага, ну я взял на хосту. А чего охранять далеко? Куда едешь, никогда не едешь. Дела? Это что? За карту уехал. Я их и не искал. CD9 лямов оказывается сложный. Да пиздец, он вообще, он после второго Биг Бэнга... Да он манекен, у нас люди, но не живут. Точно та же проблема, как и на той неделе, я хуй знает. Нам похуй, но на это ХП должно быть. Мы не выживаем просто. А чего падаете? От хуйни. Вот он, да? Ну, типа кара там, да? Две звезды. Да? От затупов. Он сегодня запустится, нет? Алло, блядь. Две звезды, ну, да. Ну, сейчас это... 40 минут и запустят. Шатерновый включат рубильничек, и мы заходим. Хочешь сказать, это Этерновый сломали серв? Да. Сука, вот пидоры. Мне даже один чувак из гильдии влетел в электронную будку на тачке. Насмерть тупо, но зато сверх мне выключил. Заходите. Быстрее, у нас 2 минуты добавилось. Да ладно, бегу, хорошо. Ебой. Давай, блядь. По 2 минуты. Бля, впервые Сирус на нас работает. Да, как пока добежим, как раз эти 2 минуты. А потом хорошо. Вы хотите сказать, что типа мы не Асгарды, да? Сейчас скажут, нам, если мы убиваем, конечно, нам откаты, это что у вас минута больше было. Лагает. За бузеры получается. Лагает сильно, да. Лагает, пизда, даже добежать. Вот тебе 2 минуты, блядь. Да, сейчас он на заходе. Да больше есть, потратить. Ссылка. Назади стрим, ссылка есть там. Сколько? А, где? Твич какой-нибудь или что-то? Сакра Экзили как-то там. Сакрасантес. Тимур, быстрее, пожалуйста. Месенкис. Быстрее. Ух, Робек. Так, стримы. Сакра, эти да? Две минуты на бафы уйдут, блядь. Хули. Нефилим, давай речь. Рыбу ставим. Педалова, блядь, по-моему, нахуй. Быстро, все. Мы тут так и стояли 40 минут. Лок ближайший пришел, сразу шкаф поставил. Выпей ебаную фласт, блядь, как мне эти ренегаты. Бля, слышь, это... Оденьте вы уже, ну, на ХХП обе трени, пожалуйста. Я не умираю. Да я вижу, блядь. 2 трая. Чего 2 трая? Я один раз умер от космика, и все. Я долбаю, потому что... Ты только что тоже умер. Когда? Вапайтесь, блядь, быстрее.
Нефилим, алло! Он ушел куда-то. Не, он сказал. Таймер не идет вообще. Блять, встаньте с рыбы, ребят, дадите от нее. Не кажется. Не дайте Сумон, верно, вначале. Тимур, пришел с Сумон? Бля, у меня такое чувство, что таймер стоит 41 минуту и не меняется. Может, лагает? Кажется. Так как мы зашли 41 было, так и есть 41. Все, пошли, значит, блядь. Оху, убиваем. Бесконечный таймер. Тимура, Тимура, бафните. Ёмните ко мне кто-то. На куски. Дед, бафнем его. Че туда сюда пей? Пусть идет. Бери мофать, какая разница, Эвил? Ты же видео показываешь. Да похую вообще, у нас... Мы же отрежем его. Дайте это, как его. Я засекаю просто 40 минут и все. 40... Я отрезаю стрим, заливаю видео и удаляю его. Вот. Все, блядь. Камни там, блядь. И каждую минуту минус одну минутку, да, блядь? Фотошопишь. Эй, дай быстрее. Где ты там? Я с кого взять? Давайте пулять. Сейчас. Крестик вроде получше видно. Давай, давай, давай уже, давай уже. Я вот сюда пересадил. Хули. Мирик, стоим в крестике. Ну, чуть вправо перебегаем на каре, потом обратно. Я. Сейчас, возможно, припота не надо пить, скорее всего. Надо. Понял. Стоит уже. Он пиздит только первый раз в ивенте именно. Ивент-то у нас запущен. Столько осталось, 100 градусов. Что, положу в кастрюлю? Пристабав, дайте быстрее локу. Лок нет, пристабав. А где там написано, что у нас кипело? Дали, нет? Все, вижу. Можете обновить на шиманах? Че обновить? Быстрее, Звездов, быстрее. Нет, алло. Танки, смотрите, Звезда, аккуратно. Внимательно. Дошли косми. Давай я рыбу ложу. Эрик, твой следующий. Давай, Витя, дальше. Около 70 градусов написано. Да, там, блядь, жаль, ты не дотягиваешься или что? Написано будет приготовить. Кара 5 секунд. Стопни, стопни, после кары бьем. Космик. Эрик, давай, сокру, Эрик. Убиваем. Забрал. Отлично. Дальше, Мили, смотрите, сейчас скоро умрет прям. Оксиса поднять. Давай, Эльдар, я убиваю. Даю сокру. Хорош. Дальше, смотрим. Череп видим. Кен твоя будет. В мире смотрите внимательно. После кары. После кары убьем. Подожди, поднимем. Убиваем. Рейс. Ага. Давай, говори. Кен, давай, Кен, давай. Убиваем. Убиваем, мили, 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 алло, мили, мили. Хорош. Так, сейчас будет суров. Заведу в мили. Заходим, заходим, заходим. Дальнюю, вот заходим, в дальнюю, дальнюю. Не надо, в дальнюю. Молодцы. Так, дальше, поехали. Космик, космик. Поставил метку, Вить, пошли. Ну убежали, жаль, ёптать. Давай быстро, Вить, сейчас надо убить. Заебал нахуй. Рисни его, Хокс. Быстрее, Хокс из БР. Что там, поставь, убивать изи можно? Катка, изи катка, давай. Убиваем. А где? Дальше смотрим. Мили. Будет мили. Будет мили. Мили, отошли. Отошли на мили. После кары, после кары. Там две будет. У меня 10 секунд, 10 секунд. Давайте сейф. Мастер дал, добивайте, добивайте. Хорош, хорош. Добиваем одну и сразу вторую. Не надо сразу, подожди. Окей, жду. Сколько там сократ? Давай таун. 5 секунд. Одна. Даю. Давай, давай. Убиваю, убиваю. Подними, Эльдар. Убиваю. Мили. Хорош. Поднять еще рейт. Одна сейчас взорвется, быстро. После Эрик, кары. Сколько секунд сакра? После кары. Поднимайте рейд и потом убью. Подожди, подожди. Поднимайте. Подожди, подожди, подожди. Говори, говори, говори. Можно. Убиваем, убиваем, Витя, быстро. Хорош. Все, дальше. Смотри. Так, наверное, убьем вот это. Поставь череп. Крестик соберется. Блять, закрыть. Быстро, череп, череп, череп. Хоксиса поднять, Егор. Убить, убить череп, быстро. Быстро череп убить. Быстро убить череп. Череп убить и зайти туда. Заходите туда. Ой, блядь, а.
Что, блядь? Чё опять произошло? Ложитесь нахуй. Короче, кто-то стоял между вот этой последней черной лужей, и на него переагрывалось созвездие. И закрыло лужу на нашу единицу. Ляжьте быстрее, ляжьте быстрее. Быстрее ложитесь. Просто, ну, я хуй знает, и, или вам быстрее надо эти звезды собирать? Не, быстрее нам нельзя их собирать. Ну, тогда не стойте хилами, типа, хилами все под боссом стойте. Не чинитесь. Бегите сразу к боссу. 37 минут таймер. Когда одна попытка, еще раз умираешь, я тебя меняю. Созвездие надо было это затаунтить. Мне похуй на созвездие, сказал, еще раз умираешь, я тебя меняю. Заебал уже. Второй раз сдох уже. Вы Хоксиса не прохиливаете? Заебали уже, бля, жопа горит уже от этой хуйни, бля. Ильдар, вы Хоксиса не прохиливаете или что? Нет, нет, сейчас не прохил был. Его сейчас прям жестко пробивал, я... Да не прохил был, Ильдар, прослаг. Я даже ему каплю дал, типа, я хуй... Можно было его прохилить, не прохилили. Вы его просто не, ну, да, не да, подняли. Да, да, именно не подняли. Там на мне плея была. Там, сделай макрос, короче, на канцелару плеи в такие моменты. Слышь, Ильдар? У меня возложение КД было, я думал, дам, блядь. Рыба ну, встала. Типа каплю дайте тогда, если у вас плея. Ну, юзайте плею, дайте каплю по Хоксису. Короче, это, смотрите, хилами в миллизону надо. Чё, а? Играй все. Не надо мне ничего писать. Шальдар, слышал? Иначе, да. Возможно, будет вот такая хуйня еще раз. Шана... Мы тогда же нормально все сделали в тот раз. Ну, а сейчас именно прокнуло, что вот, блядь, опоздали. Кто-то оказался между. Опоздали просто. Че тебе надо, Тимур? Я ж тебе дал, нет? Давай быстрее. Я косточки. Косточки хотел взять. Кто-то там базарит по КД, блядь. Это у меня. Великий босс, не надо вплотную подходить. Отсюда будете доставать все. Джей, смотри за меткой. Трезвот? Давайте уже, блядь, мост манекен, ёбаный рот, блядь. Соберитесь, нахуй. У меня растет. Запечён. Погнали, быстро. Мели, аккуратно, мели. Быстро, мели, смотрите. Космик. Дальше поехали. Митю захил. Блин, драк нас здесь нет. Выключить это дождь, а? Убиваем. Эрик, давай. Поехали дальше. Кар, давай, мели, которая. Кар, после кара убьем. Замирай. Забрал. Поднимись и ПКП. Давай, черри, ты. Убиваем. Я вообще... Даю. Ни один генератор в руки даже не брал. Поднять рейд. На краю, Витя. Пасекары убьем. Забери бой. Пасекары убьем. Космик. Убиваю. Кен, давай, кат. Убил. Добивайте, давайте. Прохил. Мили, Витя, пойдем. Зикат. Во, Биг Бэнг, зашли. На краю, быстро. Быстрее заходи. Блядь! Охуенно. Так сказали же ж, на краю. Блядь, она на краю тоже была. Ложитесь быстрее.
Блять, ну не долбитесь вы в глаза, ну смотрите, куда я завожу эти сферы. Поставь три метки, как было в прошлый раз, на четыре стороны света, чтобы говорить. Она не с пометкам. 3D-шным. Там обе дырки на краю было, блядь. Ну вот, поставь 3D-метки. Блять, чтобы... а как я тебе еще скажу, какую я из них закрыл, блядь? Я могу сказать тебе только, что я закрыл, блядь. Все. Как тут понять, блядь, с какой у нас стороны я закрыл? Я придумал, ребята. Поставьте одну метку на ту, которую не закрыли, 3D-метку макросом, которую не будете закрывать, и все. Понимаешь, оно багается. Они багаются в бою и ГКД тратят. Я джифсов поставлю, пожалуйста, не нужно эти чиниться. Можно поставить метки заранее. Блядь, так перевели, заебись, блядь. Поставь просто, ну вот так вот, на 4 метки 3D-шных, как они спавнятся. Чтобы, если что, анонсить по меткам. А чем он просто скажет, рай, чинитесь, ребят? Вы дольше бегаете, дольше бафаете, дольше рыбу хаваем. Я могу поставить на себя метку, типа, и да, вы вот так, и все. Посмотрите, да, я думаю, просто, это самый оптимальный вариант. Где да, я давай, последнюю да, закрою. Да, давай, давай. Лучше так, блядь. Или я могу на себя череп ставить. Все. Это максимум, что можно сделать. Если вы не видите. Марк сейчас стоит, да, у меня... Я почти... Давай, давай. Здесь будет. Я поставил. Треугольник поставил, но на себя увидите. Треугольник, да, увидим. Короче, надо за секунд 10 суровый, если разов есть возможность, объявить суровый, что будет. Я хуй знаю. Я могу проебаться с вот этими созвездиями, я проебусь. Это мать, тогда ты. Просто скажи, 10 секунд суровый, готовьтесь. Да, да. Я не вижу тебя. Вот я вот здесь джиф стою. Да. Пять. Еще раз. У кого-то в первой пати есть петух? Я ставил, у Яна вроде тоже когда еще. А что, у вас третьего с петухом нет? Кенс, у тебя ж есть петух? Да. Дай им петуха, и я перекину тебя сейчас. Давай, давай, быстрее, быстрее, в темпе. У меня 20 секунд. Ну сейчас, 20 секунд, пускай у нас. А где Жека? А, все вижу. Далеко. 15. Старайтесь это ханты далеко на краю не стоять, потому что у вас сакрай иногда не встает. Фоня, а вот где? Я думаю, вам все-таки холипалами лучше в центре стоять. Так мы подходим. Я и так стою вообще в мелизоне ману регене. Ну ебаный стыд, ну блять! Хоксис, дай БР. Ну, человек лужу разливает. Нормально. Красавчик, блядь. Через 15 секунд дам. Быстро, 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 череп, поехали. Быстрее. Убиваем. Сокровь. Витя, отойди. Дальше пошли. Дайте ребаф по эритрику. Быстрее ребаф. Фул. Все дать бафы. По шикару убьем, ведь. Хотя надо было. Не-не, сейчас надо, сейчас. Эрик, давай сокру. Забирай. Убили. Хокси сахильть. Этот. Кара на танк. Пошли дальше. Череп. Поднять рейд. Убиваем. Даю. Давай. Дал. Хорошо. Дальше. Поставил кара, череп, пошли. Кара 5. Мирики, аккуратно. Эту закрой, если что. После кары убью. Кара. После кары, стоп, не видишь. Закрыл эту. Убиваю. Сокру. Подожди! Блять. Ого-хо. Сейчас будет суровый 5 секунд. Заходим возле босса. Возле босса, быстрее. Все заходим быстрее, выходим оттуда.
Гимн ХП ЖК, как выйдем. Череп стоит. Космик, после кары убью череп. Отошли, космик. Что это было? Откройте. Убиваю. Подожди. Жду, я анонсу тебе, чтобы... Мою ЭМА? Давай. Убиваем. Давай. Убиваю, прямо сейчас. Поставил череп, следующий. 25 секунд. Понял. Эрик, ЭМА освободил, забери. После кары убьем. После кары убьем, Витя, стоп. Космик. Можно? Можно? Да, давай. ЭМА, убиваем. ЭМА. Убили. Дальше. Так, поставил череп. Внимательно. Там будет 2. 5 секунд у меня. 5. 5 секунд. Даю. Дал, добивайте. Добиваем. Быстро. Забирай, босс. Икара будет сразу. Убил. Икара будет. Внимательно. 5. Егор, подними. На танках. Тут все в мили. Блять! Тихо. Все нормально пока. Сейчас еще убиваю. Хильте танка. Убиваю. Поднимайте рейд. Суровый, 10 секунд. Суровый, 10 секунд. Рейд поднимите. А, корни дай. После космика я убью. Все, корни забегайте. Дайте. Забегайте. Заходи. Камни жрите, у кого есть? Да там умирает уже, там не хилится. Боссы играйте. А, все, ложитесь. Быстрее ложитесь. Просто быстрее ложитесь. Не добьете. 20-19%. Быстро упали, блядь. Блядь, заебали эти, блядь, созвездия ебаные нахуй. Фейс Даларан. Пати, прими. Войд. Давай. Парни, расслабьтесь немножко. Не наводите кипишу. Я тебя кину, пати. Так интересно. А свернутая игра была? Нет. Мне интересно даже так. Нет, да? Тапки только не тратьте сейчас. Представляйте. А шип потратили. Что? Как эти сферы заебали, которые, блядь, просто, блядь, ваншотят нахуй. Сальву дал, они один хуй на меня хуярят. Так я при том, что их, ну, пытаюсь сразу таунтить. Делай быстрее. Да, поставьте рыбу, у кого есть, быстрее. Дар, попробуй поставить сейчас в мили. Все, ешь быстрее. Слушай, рыбу череп. Чё? Стойте в фулбой в мили. Ильдар, в мили стойте, заодно ману будешь регенить, я вот в мили стою нормально. Такое ощущение, что ну Жель, в мили... Жель, ты рофлишь, блядь? На меня рыбы идет. Лол. Ебите нахуй с рыбы, блядь. Просто корова подошла, села, блядь. Шкаф, быстрее, шкаф. Ребят, с рыбы свалите. Джел, блядь, съебись, пожалуйста, спасибо. Шкаф, быстрее шкаф. Есть шкаф. Да, быстрее, и камни быстрее сразу. Смоньте быстрее его. А я. Крист. Хорошо. А сам-то, бля. Есть это петухи еще? Не, я не такой. Понял. Ильдар, забери темную ауру сразу. Давай. Фонь. Лужи не лейте пока. Я провалился! Сука! Чего нахуй? Ебать, там трубы полетели. Ой, блядь. Это да пиздец. Кто спулил, блядь? Ой, нет. Чё? Не знаю. Автоатака. Кто? Фонни. До свидания, Даларан. Ушел. Фейс обратно. Мрите, блядь, быстрее, давай.
попытаемся. Бараны, сука, заебали нахуй. Хоть раз мозг включите, сука, блядь, за 2 месяца, блядь. У вас 3 трая осталось. И сети 2. Чё-то никого нет, да, в сети? Из наших. Да у тебя тоже никого нет, да? Рыбку сразу. У меня тоже герой. Только здесь... Ооо! Стоял твин трюк? Да, стоит. У меня у одного трезот на маунте. Да, все. Нет. Реогнись. Да. Я у тебя на маунте. Слышишь, да, пожалуйста, что ты читеришь? Привет. Ян, курицу поставишь, да? Это пиздец, короче. Блин, я на пистолет этот не могу патроны найти, смотри. Такое ощущение, это когда он пуляется на вот этом мосту, нету текстуры, она просто исчезает. Да, она исчезает. Просто пулять не надо, блядь. Второй раз под это. А, ты там на мосту стоял, его не спулил, да? Угу. Что за хуйня? Ты, скорее всего, заранее хилку дал. Ты частица до боя. Ой, во время боя. Хватит. Поехали. Давайте закрою лишнее. Дальше пошли. Вставил. Слушай, его в метку встань. Эрик, готовься. Убиваем. До кары убьем. Давай, Эрик, Эрик, давай. Быстрее, дал, быстрее. Дал. Хорош, хорош. Дальше пошли. Космик. Забрал. Забрал. Хильте Хоксиса. Блядь, Эрик, не пиздец. Егор, дай БР быстрее. Можно убивать. Стой. Встаю. Что? Не откликнул. Да, нет. Да, 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 добивай. Ну так. Войт Фури, Берни, Дармелона. После кары. Космик. Мели внимательно. Подожди, Эрик, прохил. Я нажал. Поднимайте. Можно? Да, Кен, давай сокруг. Убиваем. Витя. Дальше. Поставил. Дошли. Закрыто вот это в миле. Дальний, заходим в дальний. Виндар. Да, хорошо. Космик, космик, ушли от космика. Много Вик, космиков. Два. Давай вот это, Вик. После космика убьем. Подожди. Ревностно. Готовься, изи. Скажешь, когда можно. Можно, можно, добивать. Убиваем, Вик, быстрее. Давай, изи, давай, изи, давай. В миле сейчас разобьет. Бах. Рахил. Еще одна в миле, лоу хп. Поставил. Отошли от нее, отошли. Отойдите от нее. После кары. Мастер. После кары убьем. Блять. Уйдите, милик. Мастер дал, мастер дал. Две ёбни сейчас.
Поднимайте, поднимайте быстрее. Хоксиса поднять. Ой, Синдору, Хоксис подними. Сейчас. Можно убивать? Подожди. Жду. Зен, 5 секунд, Сакра. Две. Окей. Скажите. Она да, можно. Убиваю. В миле сейчас умрет еще, в миле. Там еще да одна, сука, там еще одна. Пять юбаны, сак... Тихо, я да. Сейчас умрет. Пизду, ложитесь. Блять, я не понимаю, как вы разбиваете. Вообще какой-то пиздец происходит, блядь. Они всегда одновременно. Вот очень всегда. Хуй. Вот просто всегда это... вот сейчас одновременно разбивались почти. Я хуй знаю, как-то босса отводить, что ли, от них. Ну, типа, это пиздец. Ну что, мы ждем. Ложитесь быстрее, блядь. Я не знаю, вот сейчас в этом трое каждая звезда разбивалась с Карой, блядь. Потому что мы ждем, блядь. Еще раз повторяю. Еще раз сказать. Сколько человек здесь убьет, скажите? Блять, с ними убьют люди, нет? Короче, просто, ну, типа, если на то пошел базар, просто он давай снялось нахуй, нихуя, блядь. Давай мы будем. Он забагался. Фул ДПС у своего. 5 секунд. И не спрашивай, тихо, есть. Тихо. Все, не надо, не паникуй. Я объясняю, что происходит, чтобы понимали. Все нормально. Вопрос к сферам, я объясняю. И почему они так всегда происходит? Будут проседать, Витя. Всегда. В мели летают. Дело в том, что начинается вот этот вот ваш кипиш, блядь. Там есть сакра, нет сакры, хуй разбери, блядь. Добивать ее или не добивать, или ждать кары. Я еще раз объясняю. Вырубите свой кипиш, расслабьте нахуй булки, и мы его убьем, блядь, с первого трая. Они раскипишились, блядь. Там же от кары всего 3000 дамага идет, если метров на 15 отбегаешь. Они могут быть две в одном месте, и будет больно, блядь. Ну там, ну 3, ну 4 будет. Это щит ДЦшник. Не 4 подошел. будет 7 или 8. Поверь. Я вот смотрел этот у Сакра на стене. Рыбу дайте и давайте уже. Да, давайте. Рыбу, у нас 2 трая. О, выдохните, расслабьтесь. Короче, сфера будет сфера кара, суровый. Так будет всегда. Поэтому, если я буду ждать, если мы будем ждать, будет 2 месяца у вас. Все. Умер чел, сокрой, все. Мы проебали одну сферу. Вот и все. Если его вовремя не заменили. Синдор твой? Да, я уже поменял кадашицу. На мультидоте сам звездопады же есть. Эльдар, частицу кидает до боя и чуть подальше встанет миликов от Алгалона. То есть где я стою, там примерно начинай бой. Потом как уже стан спулит, пойдем. Давайте предпосылки. 8 секунд, петух, погоди. Да не работает, СС можете не кидать. Нафиг надо. Где это дорого? Что с тобой? Узрите необъятную вселенную. Диана. Непостижимую даже для величайших умов. Поехали, пацаны. Быстрее. Отойдите, сейчас провалится, то стоит под ним. Убиваем. Мели. Танки. Давай дальше. После кары убиваем. Кто там улетел? Да я, короче. Убиваем следующую звезду. Берег, готовься. Сейчас. Давай. Дальше поехали. Кара, 36 секунд. После кары убиваем. Что, стопнули? Убиваем, прямо сейчас. Дамайз, ты умрешь сейчас, блядь, прохиль. Дамайза, поднимите. Подняли. Забирай. Хил до кары убиваем, быстро. До кары убиваем, черт. До кары. Кен, давай. Убиваем сейчас. Давай.
Тихо, бля, он там флудит. Случайно, блядь, послушай. Прохил. Прячься. Да не умирайте, БРов нет, пацаны. Сейчас будет скоро суровый, да? Суровый. Быстро череп убьем, бегите. У нас две, есть дырки. Одно. Суровый, зашли. Прячься. Прячься. Быстрее, что, ближайшее? Трезон хил. Сейчас кара, кара. Отошли. После кары убиваем Витя череп. Подожди. Все, убиваем. Бейте, бейте, бейте. Сейчас дам ма, эма. Давай. Дал ма. Добивайте. Добили. Дальше. Поставил хил. Череп. Эма освободил. Эрик, нет, давай на другой, другой череп. Другой. Хил мин. А, у нас сакра еще и изи катки есть. Стой, изи катка, готовься. После кары убиваем. Кара будет. Кара, вышли. После кары убиваем. Готовься, подожди, подожди, поднимем. Ждем. Катка, давай сакру, добивайте. Все, давай, убиваем, нахуй. 9 секунд сакра у меня. Понял. Блять, ну ты снимай свою. ПР есть? Ресни. Нету. Убиваем. Еще одна... Убиваем. Дал сакру, дал. Хорош. Еще одна поднять, умрет. Забрал босс. Ой, блять, ну ребята, ну ребята, все норм, ну, бейте, бейте. Бейте, бейте, бейте. Посы играйте, посы играйте. Жека пускай на звезд. И сова поможет. Ты не бей звезды, просто подбивай. Один Жека. Чел просто. Сейчас суровый Витя будет даже, скоро. Да. Суровый, 5 секунд, за боссом есть дыра. Она летит туда. Треугольник закрыт. Заходите. Попробуйте зайти, блять. Все нормально, бейте, все, чисто босс. Вы можете добить его, алло. Все в босс чисто играем. Все в босс играем. Похуй на звезды, все в босс играем. Я буду анонсировать звезды. Я ставлю череп, который умирает. Там есть 30 хп. Кара. Прямо по боссам, кара, срочно. Три звезды одновременно сейчас, ёб. Три звезды. Поставил крест. Массакру надо и массакру. Я дам сакру. Добейте кто-то. Стойте, добивайте. Стойте, просто... не добивайте, крестик сейчас надо будет. Крестик, смотрите внимательно. Сакру, Дармелон. Хорош. И... еще череп ставлю. Сейчас мы... череп и крест, алло. А, Сираур, у тебя есть сакра, сюда? Бейте боссов. Ой, ложитесь. Четыре подряд, сука. Короче, подожди, а чего не Филим и этот, и Немо сдохли? Они не зашли. Не зашли. Забей. Быстрее, а чего два ханта умерли? Быстрее, ну потому быстрее, что быстрее. Они опять не разбили ту звезду, которую надо было бить. Они били другую, да? Которая фулловая была. Там летал с другой стороны. Там не было фулловой звезды. Мы били не фулловую звезду. Что ты рассказываешь? Но вы не били. Там еще меньше звезда была. Еще меньше. Мы никогда не бьем фуловую звезду. Еще раз объясняю. Никогда. То есть вы били разные цели сейчас? Нет, мы не бьем разные цели. Я бью по таргету демайза. Я бью по таргету, я не бью... Ну, а там еще меньше хп была звезда, с другой стороны. Вы не ту звезду бить начали. Ну, я тебе еще раз объясняю, что там не была на фуловой. Значит, демайз закосячил, все. Посмотри сначала в мили, а потом по сторонам. Всегда в мили будет звезда, которая будет лоу хпшная. Там миллион АОЕ. И это никак не стоп. Я тебя слышу, Эльдар. Не всегда. Я понимаю, что ты говоришь. Ну все, ластрай, ребят. Если не убиваем, то, блядь. Кто-то это делает за нас. Сами знаете. Ну, блядь, ждать еще не неделю, это пиздец. Еще не одну неделю. Еще 20% снимут. Так нам это не поможет. Так он и так сейчас уже манекен, блядь. Если мы не убиваем, можно дизман делать. Проблема в том, что мы всегда вайпаемся после второго Биг Бенда. Всегда. Ну потому что темп... До второго. Мы сейчас перед до второго Биг Бендом умерли все. Мы вайпаемся. Кен, петух есть? Я дал уже. Давайте быстрее, 8 минут, блядь. Не троньте босса только, блядь.
темную забрал. Все добежали? Соберитесь. Туда же еще кто-то бежит, все. Остро. Пацаны, поехали. Мили, внимательно, смотрите, мне мили внимательно. Убиваем. Дальше. Докары убьем. Эрик, готовься. Пацаны, отойдите. Эрик, давай. Убиваем. Дальше. Ну вот в мили опять. Мили, лоу, мили, мили, лоу, мили, не ту бьете. Забирай босса, хильте по. Босикары убьем. Убиваем. Давай, друг. Босикары. Кен, да. А, нет, подожди, не давай. Шакара. Не стрелять, я же вижу стрелять. Зачем стрелять? Убиваем. Кен, давай. Жду. Кен, давай, убивать? Давай, добивайте, добивайте. Убил. Какой будем заходить? Не закрыты обе, не за... Где череп, где череп? Зашли, в где череп. Хорошо. Пошли кары убьем. Кара. Изи кап, твоя следующая. Заводи со звезд... Завожу, завожу. Добиваем. Войд, поднимай. Подожди, подожди. Давай, изи, катка, сокру, 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 изи. Добиваем? Не вставай, Ксен, не вставай. Да-да-да-да, быстрей. Добили, добили. Так, пошли на ту. Чё там, следующий край? После кары. 20 добиваем секунд. Я даю мастер, сейчас дам. Блять, изоту поднять. Подожди, убиваем. Подожди. Мастер, жду, жду. Убиваем. Дальше. 10 секунд. Меня поднять. На следующую. Череп там, череп стоит. Смотрю, показываю. После кары. Давай, давай, Эрик, Трюзо, давай сокру. Быстрее сейчас. Давай. Милик, милики, звезда, милики, звезда. Убили, да. Убили. Убили. Кара, забирай блин. Босса. Кара, 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 кара. Я не могу. 2 секунды. На. Дальше. Забрал, забрал. Хоксиса, хит. Есть мало хпшная, там далеко. Убивай сейчас. Череп, Дармилон, давай, Дармилон. Поздно, да. Прохит, сейчас будет Биг Бен, Биг Бен. 8 секунд, Биг Бен. Мили будет, мили будет. А, надо будет дать корни. Космик. Добиваю. Заходим, прячет. Заходим, заходим. Сокру дал. Гимн ХП, Жека, гимн ХП, сейчас выйдешь. Взрывается. Да. Добиваю. А, не-не-не, стой, стой, стой. Стой, стою. Стою. Добивай, добивай. Добиваю. Еще одна взрывается. Не блять, вижу. Бэр мне. Егор, бэр мне. Егор, бэр мне. Хоксис мод. Им на ХП анозер, дай. Кара, внимательно. Не добивай, а не добивай череп. Зубы не надо, зубы череп. Дайте, дайте зубы, умру сейчас. Ну ебаный в рот. Тихо, 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 тихо. Хоксис, подними зен. А, блядь. Босс, играйте, босс, играйте. Есть танк, пиздец, да? Пиздец, блядь. Бля, надо хок зенда поднять как-то. Поднимай, поднимай, быстрее, кинь бэр, быстрее. Заберите кто-нибудь из миликов, он же исчезнет. Давай я затаунтил. Бабл таунт, бабл таунт, нажмите и заберите. Я затаунтил, босс. Быстрее, поднял. Да блядь. Да не ёбаный в рот, блядь. 28, алё. Бля, ну как вы не прохилили танком? Ну ёбаный рот. Ну тихо, тихо, 10 ёбаных секунд. Он, у нас еще. Ещё... Тихо, он сейчас умрет. Он сейчас улетит в фазовую зону. А это вайп, все, ложитесь. Боли до следующей не недели. Я хуй знает, блять, так и зубы не могут дать. Нихуя не дали, никакого сейва по мне.
Там ноль прохила в эту секунду было. Ни от кого, ни одна хилка не зашла. 10 секунд я жил без хила. Я мертвый лежал. Я ничего не взял. Любой ретрик. Я кричал за 5 секунд зубы до смерти. У меня еще ревностно успел прокнуть. Любой ретрик мог дать, блядь, возложение, нахуй. А что, мы не успеем еще пульнуть? Нет, все. Нет, он уже умрет сейчас. Эльдар, возьми вред, подожди, я резан сниму. Фоня вообще съебал? Я понял. Хорошо. В смысле? На собрание. Сон, давайте точно на стенах босса. Бля, как меня заебали эти созвездия, ёбаные, блядь, просто пиздец. Чё, кастуют в тебя? В палатке будет только оружие и инструмент. Ну я из-за них только сейчас и умер. А они как, шотают или... Как постепенно там два выстрела. 9 тысяч урона от звезды прилетело, от созвездия прилетело, и от взрыва звезды 18. Пиздец. Анализ завершен. Система жизнеобеспечения планеты. Ну как бы, как вариант. Я не знаю, как, какая теоретическая основа тут на Алгалоне у вас. Просто между появлением звезд 4 минута. А вот созвездия появляются, по-моему, сука, то ли они реже появляются, я уже не помню тайминг, блядь, но где-то писал себе, даже где-то у меня гайд был на ютубе, блядь. Там, короче, фишка вся в том, что если вот появились звезды, и вот отсчет минуты пошел, если ты убиваешь, ну, допустим, до следующих 4 звезд у тебя секунд 10 есть, если у тебя 4 звезды уже разбито и 3 созвездия заведено, то это считается так, как должно быть. То есть у тебя одна черная дыра, и появляются 4 звезды, и ты сразу разбиваешь следующую. Ну тут, конечно, с таймингом и карт. Тут дело в том, что нужно назначать не 2 человека, а человек 5, чтобы эта звезда зергалась. То есть она должна умирать не так, как здесь умирает секунд 15, а умирать секунд за 5-6. Вот, она должна зергаться. Она зергается, на отхил времени больше за счет этого, за то, что она быстрее убирает, на отхил времени больше. И так как 2 танка всего лишь, один человек физически не может справиться с заводом живых созвездий в 3 дыры, их 3. И они одновременно могут, 2 хотя бы созвездия, могут попасть по хэпалу. А кара, взрыв черной дыры, ну и ты сам видел, твоя смерть. Вот. Если назначить одного какого-то милика, который соображает, эти созвездия 2 заведутся почти мгновенно, они в течение секунд 5 могут завестись, вот, и останется одно, которое никак никого не вайпит. То есть вся фишка в темпе, вот как мы убивали без смертей давно-давно, вся фишка была именно в этом темпе. Ну, ДПС вот не тот, чтобы зергать и забивать на звезды, они потому что каждую секунду по проценту хп своего тратят, и плюс какие-то побочные ауешки есть и неприятности такие на 20% босса. То есть только так. 5 человек, ну, я думаю, 5 оптимально для этого ДПСа.
и один человек, который не будет хуярить босса, ну какой-то самый маленький ДПСящий милик, но который понимает, что надо сделать. Ретрик хорошо подойдет, ДК охуенно, под ДК топ подойдет, какой-то, который пониже в рекаунте, вот. Тогда он сразу ляжет. Потому что вот ты ее убиваешь 15 секунд, и это большая разница. А если за 5 секунд звезда взрывается, у тебя между смертью следующей звезды время больше поднять рейд. Ты ее поднимаешь, вот за 5-6 секунд поднимается рейд. Нет, 3-4 прокаста. Умирает следующая звезда. И на кару время хватает, и на все время там хватает. Просто ее быстрее надо убивать. И тогда стопудово он упадет. Прям, блядь, за полчаса упадет. Блядь. Наверное, никто не слушал, да? Что я рассказывал? Чё? Да, я говорю, все АФК отошли. Бля, бан Элгалон нахуй, а? Сложный босс, пиздец, нахуй, оказывается. Да не, не очень. Пиздец. Там просто на команды разделиться надо и всё. И пиши меньше поднимать надо. Ну да. Да мне, бля, пиздец, как обидно, что я на прошлом трае уже руки отдал, у меня КД было. Надо поставить, наверное, флешкой хиль, типа. Надо было на чёрш в босса влететь забрать. Бля, реально, просто перевели бы, мы даже, мне кажется, 15 человек бы заковыряли. Ну да, там когда 20, блядь, исчезает, все так кайфово, блядь. Бля, об этом логи с классика веселые. Одни ханты до дестрики. Да нет, и какой 5 минут еврей. Ну так там и все у БК будет, ханты и логи. Ну там за минуту 20% евреи, это вообще изи. Когда никто ничего не мешает. Там всего 7 лямов. И у всех экзекьюты. Ну. By the way.
Че, я так понимаю, прогрессион уже всех убил, да, получается, на классе? Трэш. Там сложного, там ничего нет. Визуально там босс. На отмене какой-то демонолог в топе, охуеть. Че, погнали? Рестер есть, да, Войд? Угу. Нормально одет? Блять, 200... Можно шкаф? 14. Пожарного силим. А в сколько вы там хило убьете? 5. Вместо яблочки, ну, сейчас гляну на него. Почему вместо, зачем? А вместо кого? Нас всего 4 сейчас. А, блять. Нам остальных боссов не надо, 5 хилов. Да, силим, я думаю. А кто был? Если вот меня не было, кто хилил? Так же, такой же стал. Агата, наверное. Агата. А он как одет? Она. Она? Ну, 222 или 221. Угу. Дайте почту, пожалуйста. Рыбу ставлю. Да, слишком много Вовки. Уж, блядь, нервы на пределе, нахуй. Как ты не нервничай, блядь. Спокойненько, спокойненько, блядь. Поставьте почту, пожалуйста, кто-нибудь. Вижу. Спасибо. И шкаф, а шкаф стоит. Бля, обидно, думал, убьем уже, типа, и все, и свободно. Шкаф можно поставить? Эльдара, мне надо эту ебату таунтить будет? Ну да, чё? Почему нет? Я-то откуда знаю? Просто спрашиваю. Няшер, как ты мета отдаешь таким образом, чтобы покаталась туда? Няшер. Просто боюсь, я сейчас две отдам, типа... Не покатается, короче, третья. Эвил, ты где? Наша тут? Подожди, Няша, ты мне ответишь, нет? Няш? Блять. Я думал, он принял, раз ты это типа Бог завел. Тебе если скинешь? Албе, скинь по фейсу. Не вставайте, пожалуйста, пока я не скажу. Я второй, первый? Второй. Короче, я не знаю, Эльдар, блядь. Я, наверное, первый сдам просто, потом а, не буду сдавать. А, ты демон же, да?
Да, я и говорю, я хуй знает, блядь, типа. Чё ты хочешь? Как мне метод сдать, чтобы покаталась затаунтить? Ну, одну сдаешь, вторую ждешь, вторая у тебя не успеет откатиться. Понял. Какой заказ, блядь, пуляем босса уже, блядь. Потом заберешь. Эвил где-то, блядь, бежит. Киньте этот баф по Эвилу. Чего не хватает? Все, идем на чили. Покойся. Так там надо на чили, блядь. По-моему, никто не напрягался. На чили. И на следующий тоже не стоит напрягаться. Да, это у меня уже нервы. Ну... Да, вас дергается, блядь. Дай бы я курс. Прибав. Ёпта. Агро. Кен. Балбес. Как тут все запущено-то, блядь. Это не стоит. Жаль. Не поможет. Что ты их не отворачиваешь? Там агро пиздец. Вы тогда не будете до среднего доставать. А, если понял. Что. Уже разошлись. Вот это! Там можно? Вы в луже стоите, ребят. Она не... На краешке можно встать. Сейчас встану. Так. Рассосать. Пошли с ним. Все, норм. Можно. Только сейчас стопнуть надо будет. Ничего. Убила нах. Как? У меня фу хп не было. Ревностно проебался. Еще раньше, на первой зеленой. В смысле, фул хуй? Он тебя уебал на 52 тысячи. Ну, все. Тогда на фул хп уебал. Ебать. Даже не 52. Щеточка не было, наверное. 57-300 он тебя уебал, блядь. Кому-то. Но он кинул лужу, уебал сразу. Да? Скорее всего. Нет, он уже не был в луже. Типа, скорее всего, это из-за того, что я поймал вместе с вами дебаф на увеличение урона по мне натуром. А дебаф этот натур урон. Скорее всего, из-за этого. Ну, это ж натур, да? Да, это натур. Да, дамаг. А на мне был этот дебаф.